Борец греко-римского стиля Милада Лерзая вошел в состав сборной России для участия в индивидуальном Кубке мира в Белграде. В прошлом году махачкалинец стал победителем первенства мира среди молодежи до 23 лет в весе до 82 килограмм. В этом сезоне он выступал среди взрослых. В октябре он завоевал серебряную медаль на Кубке России в Уфе, где в финале при счете 6-6 уступил земляку из Ростова-на-Дону, экс-чемпиону мира Рамазану Абачараеву. Состязания борцов греко-римского стиля на Кубке мира пройдут с 12 по 14 декабря.